Clash of Clans я в прошлый раз просто заходил. И неважно, сколько даже набрал это видео, мне действительно было очень интересно, что там в Clash of Clans произошло. Сейчас мне интересно, что же произошло в Clash Royale. Причем Виталий Крайсол, передаю тебе привет, он мне сказал, что там довольно любопытно сейчас. Давай зайдем и посмотрим. Сколько я не заходил в Clash Royale, я даже не знаю. Очень долго. Хотя раньше поигрывал. Так, подключение прервано. Тут опять же, блин, вот у меня какой-то элитный уровень, а оно прервано. Ну давай заново. Что там был элитный уровень? Ой, результаты сезона. Искатель 1. Прекрасно. Так, забрать. 3000 голды. Спасибо. Окей. Вот там только что что-то было об элитном уровне, и я все провтыкал. Эволюция карт! Что? Что такое эволюция карт? Открой эволюцию карт с помощью фрагментов эволюции. Фрагменты эволюции можно купить в магазине, выиграть испытание пас. Чтобы активировать эволюцию карт, перетащите ее в ячейку эволюции. Сыграй картой столько циклов, сколько требуется, чтобы использовать эволюцию в бою. Шо? Шо? Типа, я должен это понять сходу, да? Короче, я должен был это понять. Бесплатно. Хочешь воспользоваться специальной акцией? Бесплатно. Ой-ой-ой-ой-ой, карта Джокер! Так, куплено. Бесплатно? Серьезно? На халяву? Ой-ой-ой-ой-ой, король, гигант. Если бы я вообще понимал, что такое эволюция, было бы просто прекрасно. А так, ничего не понятно. Значит, задание выполнено, получи награду. Получи, ой-ой-ой, инвентарь, токен знамени. Что несется? Какой токен знамени? Задание выполнено, получи награду. Да уж, блин, представь, если вот, камон, вот сейчас люди начинают играть, они такие, шо тут происходит? Ребят, объясните мне в комментариях, потому что я немного тупой, Дедаурум уже не торт, и я не понимаю, что там вообще токен знамени. Я понимаю, когда был 15 тысяч карт сундук, вот это я понимаю, а вот это все я не понимаю, понимаете? Вот в наше время было лучше. Как вот эти все трички базарят. Вот мне тоже так хочется говорить. Здесь можно играть в разных режимах событий. Окей, нажимаем. В этом событии эликсир поступает в 7 раз быстрее. Оберни это в свою пользу. В бой! В бой! Спарта! Спарта! Что надо делать? Что надо делать? А-ха-ха! Боже, забыл об этом звуке вообще. Так, что тут пацаны херячат? Ух ты, ёперный театр. Ёхтыт. Почему вы так быстро? Остановитесь. Нет. Что несется? Не надо, я сказал. Не надо. Отстань. Ух ты, блин, я не успеваю. Что за режим такой? Что несется? Не надо! Стоямба! Подожди! Стоять! Остановитесь! Нет! Блин, да ты куда ты, блин? Зараза такая! Стой! Стой, говорю! Стой, кому говорят! Стой, зараза! Фух! Ой, боже! Ой, боженьки! У меня минус одна башня, кстати. Я, блин, в шоке! Ребятки, я не успеваю здесь мансовать! Мансы, прекрасные мансы, так, тутоньки, я куда пошел? Стой, собака дикая, я не успеваю за вами, стоять, блин, нет, стой, дикий. Что несется? Блин, капец какой-то. Что происходит? Почему так быстро? Что это за игра? Что это за режим? Почему я так долго не заходил в это говно? Блин, а заставка классная, реально. И вот это классно. Вот это все очень красивое. Очень красивенькое. Всемирной эликсир. Боже, добрый вечер. Всемирной эликсир. 7к эликсир. Ну тут, понятное дело, надо не быстрая колода, потому что у меня реально быстрая колода. Получить. Это что, Brawl Pass? Забрать. Сюда, на базу. Ой, у меня аж адреналин поднялся. У меня сердцебиение, по-моему, увеличилось. Я не знаю, ребят, что с этим делать. Если бы я знал, что с этим делать, так я не знаю, что с этим делать. У меня есть какая-то такая колода. Вот такая. Давай попробуем. Я не знаю. Блин, ну вообще, я не уверен, что в мои года можно в такое играть, потому что у меня, серьезно, я начинаю нервничать. В бой. У меня сердцебиение. Блин, какая классная заставка. Я не могу налюбоваться. Вообще, эта графика, она просто сумасшедшая. Она просто сумасшедшая. Угу. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. А, тут еще спам. Прикиньте, времена, когда спам вообще тащил. Ару. Ару, 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 ару. Ну, слушай, кстати, здесь вроде поизящнее. Значительно, причем. Причем значительно изящнее. Они просто реально не были готовы к гигантам. К гигантам не были готовы. Пацаны, ребятки. И три мушкетера. Ой-ой-ой-ой-ой. И три мушкетера, блин. И три мушкетера. Все на своем пути. Вот это колода, я понимаю. Кто? Кто? Кто вернулся, а? Кто вернулся? О, я что-то прям получил, да? А ну давай, магазинчик. Ой-ой-ой-ой-ой, сезонный магазин. То есть я могу здесь что-то брать. Что-то брать за косарик. Что взять за косарик? Джокеров, наверное. Или вот, а, Легу даже могу. Ага, эпик. Куда я вот это возьму, да? Или что, я не знаю, что брать. Напишите в комментариях. Книжечки какие-то. Что-то всего ништячков так много. А вот за 5000 вот это, наверное. Вот это, наверное, очень прикольное. Может покопить, может накопить. Так, смотри. Забери за уровень. Сундук за уровень. Ага, открыть сундук за уровень. Уровень 43, давай. Так, о, 13 карт. Я люблю больше 15 тысяч, но 13 тоже неплохо. Да, все-таки не такой кайф, как был раньше, открывать здесь сундуки. Любопытно, что за дискриминация? В Clash Royale сундуки убрали, в Бейсе не убрали. Ой, точнее наоборот, в Бейсе убрали, в Clash Royale не убрали. Что за фигня? Почему так? Хорош, хорош. У меня вопрос. Что здесь по вообще... А, все остальные я забрал. Все, понятно. Или нет? Ну да, наверное, да. Да? Да, 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 да. Так, а по картам что-то у меня горит. Что здесь горит? А, мастерство игры. Что я могу с этим сделать? Что я могу с этим сделать? Не понимаю. Так, мастерство игры. Принц, открой значок мастерства для карты. Задание выполнено. Получи награду. Давай. Принц, первый уровень. Угу. Нанесение урона. А, это типа квесты? А, нифига, блин! В смысле, я сейчас должен забрать пока косарю голды за каждый этот? За каждую карту? Все серьезно? Серьезненько? Офигеть, вот это все мне надо собирать? А нет, не все, только вот это. Так, блин, дофига, это что, за каждую карту косарь? Вопрос, зачем мне это? Не до конца мне понятен, зачем мне это. Ну ладно. Враг башен. Ударь по вражеским королевским башням 700 раз. 700 раз. Блин, ну долго это все собирать? Я не понимаю. Задание откроется на 14 уровне карты. Уты пути, пути, пути. Так, что тут у нас еще интересного? Давай посмотрим. Вот это что-то мигает. Так, боевые знамена. Можно за 50 гемасов что-то сделать, чтобы это ни было. Открыть ящик знамени. Новый предмет для боевого знамени гарантирован. Ну, за 50 гемов. Давай, давай. Блин, прикольно, новый сундук. Вот почему в Clash Royale вводят новый сундук, а в BS просто убирают все сундуки? Ну такое, собрано, окей. Задание выполнено, получи награду. О, спасибо, спасибочки. А в глобале все то же самое или в глобале как-то по-другому? Лига 1. Да я понял, все. То есть у нас отдельно кубки 5535, а отдельно вот тут. Ага, понятно. Ну слушай, у меня здесь вообще, короче, по нулям. А, я даже не в клане, ору. Почему меня кикнули из моего клана? Кстати, мой клан вообще еще существует, любопытно. Напишите в комментариях, кто знает. Всем со кланом Aurum TV привет. Блин, без клана уже какое время? Я даже в Бейсе не знаю, есть ли у меня клан. Я вообще, короче, такой. Такой себе человек. Бросил всех со клана. Боже, а как это красиво все прорисовали. Ну давай пойдем сюда в каточку, я не знаю. Я не уверен, что это лучшая колода. Вот это универсальная вообще. Во все времена. Быстрый хок. Диор Дэнни, окей. Почему здесь отдельная лига и почему и что надо делать? Тут еще какой-то смарт-чувак, он... Кстати, значок скелетов изменился, by the way. Интересно. Любопытно. Любопытно, почему? Нет, нанесет что ли? Нет, не нанес. А я нанес кропалик. Что приятно, в общем-то. Что, в общем-то, приятно. Пойдем по противоположной. Бам-бам-бам. Настрелямба, настрелямба. Вот здесь ставим его за два и хватает хога. Хватает хога, 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 хога. Прекрасненько. Пробегай, пробегай.
отличника. Кстати, вообще не дурно. Главное не тупануть. Я всегда в Clash Royale, моя основная причина, почему я плохо играл, потому что я рак, нуб и все прочее. Нет. Блин, все было бы классно, если бы я не был таким нубом. Там сейчас Инферно будет. Короче, жду, да-да-да. Кстати, неплохо. Ой, хорошо. Далеко, да? Не достаю? А нет, достаю, смотри, что происходит. Блин, надо было Хогу не бросать, наверное. Хотя, ты знаешь, нормально. Главное, чтобы сейчас маг не шел. Потому что если маг пойдет, будет вообще не круто. Маг не идет, хорошо. Это был мисклик, это я тупой. Просто я тупой, все нормально. Так, ну шо, пацаны. Майнкрафт. Воу! Полегче. Сейчас все заморозит, да? Нет, нормально. Можно тупо расслабиться чуть-чуть. Ой, кстати, скелетики видели, что натворили вообще? Вообще красота. Сейчас Хограйдер. Сейчас будет шар, потому что он видел, что я, соответственно, потратил мушкетера, но ему по барабану. Он этого не делает. Вторую башню сносим. Хорошо. А получается, у нас вот здесь, у всех здесь 11 уровень, да? 11 уровень. 11 уровень, да, у всех? И что дальше? А в чем разница? В чем разница лиг? Сейчас посмотрим. Ага, мне надо типа 3 раза выиграть. А, это как силовая лига в БСе, наверное. Я понял, то есть, ага, мне типа нужно выигрывать. Ну давай попробуем еще разочек. Там элита, типа у него элитные варвары. Я обожаю элитных варваров, вы же знаете. Быстрый хок, сейчас элита будет, да? Нет. Хитро — это аэропорт в Лондоне. Вот это мисклик. Ну, точнее, не мисклик, а... Ну, кстати, он тоже хорош, by the way. Щик, он тоже неплох. Ну, в плане, вот потупить я имею в виду. Вообще лучшенький. Смотри, что делаем. Нет? Нет? Вот так вот и ржет. Ну, да, молодец. Я чуть не кинул, кстати. Ладно. Но он гений. Я играю с гением. Просто с гением. Нельзя булить, да, так игроков? Ну просто, ну реально. Ну я не булю, я вообще нормальный пацан. Он сдался, да, по-любому? Ну так просто, я бы после такого тоже сдался бы. Честное слово. Прикольно, мне нравится. Но опять же, я понимаю, да, что это же первые катки, тут боты, наверное, играют, или кто там, я не знаю. Ну, в общем, плюс одна, хорошо. И давайте просто еще одну, чтобы лигу, я так понимаю... А нет, наверное, еще две надо, чтобы лигу. В общем, попробуем. До луза. Ну, интересно, наверное, покатаю. Любопытненько. Еще так давно не играл, поэтому что-то как-то, знаете, нейросвязи как-то так работают, интересно. Типа, захотелось прям поиграть. Прям покатать. Ой, насыпал. Ну, типа, это неправильно. Неправильно так, видите? Вот это тоже было вообще абсолютно неправильно. Но дал. Ой, ну это нормально было. Вот это нормально? Отлично, ноль тык. Да типа 2-0, ну ладно. Вообще, это может 99 поза. Ну, так. Все лучники там пошли. Ну, давай так сразу. Сразу ход конем. Что там у тебя? Вот так вот. Я понял тебя. Понял тебя. А чё бы не понимать, если все как бы стало понятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Блин, пока сложно что-то сказать, если честно. Угу, он потратил элик. Сейчас опять будет фаербол, наверное. А нет, луки. Ну неплохо, слушайте. Сейчас, правда, элита полетит. У меня нечем дефать так-то особо. Вот. Аккуратненько надо, очень аккуратненько. Да, вот она элита. Вот она, эта вся херня. Хограйдер, блин. Что-то как-то не очень. Вот здесь хорошо. Ай-яй-яй-яй, здесь плохо. Угу. Ну, должно быть ГГВП, или я не знаю.
Ну прям должно быть. Да-да-да, это ГГВП. Good game well played. Yes, 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 yes. Ух, прям захотелось играть в Clash Royale. И все, новая лига или нет? Я получил новую лигу или нет? Чего? А почему? Как это работает? 1, 2, 3, 4. Это не новая лига, боже. Ага, чтобы лигу... Я понял, извините. 10 надо. А, золотые ступени не сломаются, даже если ты проиграл бой. То есть это типа первая... Ага, все понятно. То есть это первая несгораемая типа история, да? Я правильно понимаю, да? То есть я выиграл здесь 3 боя, 4-я катка, она уже все, несгораемая, как, знаешь, типа хочешь стать миллионером. 8-я тоже будет несгораемая, правильно? Ну и 1-я, соответственно. Верно? Я надеюсь. Я правильно понимаю? Давай посмотрим. Уже очень долгий видос. Ладно, давай последнюю катку посмотрим. Очень интересно стало, очень прикольно и интересно. Блин, еще выжидает, слушай. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. О, добрый вечер, добрый. Ну, тут надо прям насыпать, потому что это, блин, я знаю, насколько мне известно, насколько мне помнится, это моя колода, как бы она против, ну, типа, он, короче, контрит меня пекой, как хочет. Ну, кстати, даже сейчас этим не воспользовался. Ну вот пока да. Но он типа будет ждать, пока я выброшу хога, и сразу будет ставить пеку, что-то вроде в таком. Что-то в таком плане. Неплохо, спасибочки. Я не увидел у него никакого спама, поэтому... Койна, ой-ой-ой-ой-ой. Зараза. Понятия не имею, что делать. Понятия не имею, что делать. Видите, нихера себе урон. С одной тыки. Тупо с одной тыки. С двух. Ну, ситуация была страшная. Увел как мог их. Тут у меня есть скелетики. Есть кому, скажем так, разбираться. И тут с трех. Ну, да, можно было чуть дальше, конечно. Ничего не буду. Экономия экономная. Правильно? Знаете такое? А, он не попал. А я попал. Нет. Да, блинский, блин, ладно. Ну, жесткая. Эта каточка жесткая. Ну что же, законтрит меня пекой, да? Да. Пожалуйста! Блин, одну тыку, а? Просто тупо одну тыку. Хорош, спасибо. Но было потно, ну, для меня было потно. Ой, хорошо, прям вспомнил старые добрые времена. А, нет, подожди, эти золотые тоже. А, то есть это тоже золотая, в общем, я ошибался. Золотые ступени не сломаются, даже если ты проиграешь. То есть ты, типа, здесь как бы по накопительной. А как же ты падаешь вниз? Ничего не понятно. Победи в следующем бою, чтобы подняться на золотую ступень. Каждая ступень в этой лиге сделана из золота. Идти можно только вверх. А, ну то есть только в этой лиге, или нет? Или во всех? Короче, ребят, очень много интересного, пишите в комментариях. Мне прям действительно любопытно, как это все работает. Я кайфанул. Надеюсь, вы тоже. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк. Всех обнял. С вами был Аурум. Пока, ребят.